Безопасность при фронтовых сел Донбасса обеспечивает и нацполиция. Накануне в Гнутово и Павлополь правоохранители приехали со спецпроверкой. Прошли по дворам, пообщались с жителями. В целом было проверено 250 домов и более 200 дачных участков. В гараже одного из таких обнаружили целый арсенал противопехотные мины и 35 противотанковых. А еще заряды к противотанковому и подствольному гранатометам более 300 автоматных патронов. Часть мин были активированы и могли взорваться в любой момент. Взрывотехники и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям нейтрализовали боеприпасы. Подобные проверки на защиту мирных жителей будут проводить и в дальнейшем.